Congrats. Друзья, доброе утро. Если, конечно, можно назвать добрым то, что у нас сейчас происходит на улице. Скажу вам честно, наверное, была вчера ошибка не ехать дальше до Кати. Снег только начинался. Вы посмотрите, что делается. Я остановился, снега не было. Вот, видите, доказательство того. Я представляю, что сейчас на дороге творится. У нас 27 октября. Шел второй день, второй месяц их задуманного одномесячного плавания. Она не хочет ехать вообще априори. Вот видите, чуть в горочку, все. Представляю, что там. Давай, 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 поехали, поехали, поехали. В принципе, что тут представлять? Сейчас сами все и увидим. Время 5 утра. Я смотрю, не я тут не первый уже. С первыми петухами метет. Вот вечером начало, думаю, может прекратиться. О чем вы говорите? Он вообще не переставал. Он метет, метет и метет. Все здорово, все интересно. А ехать еще 300 километров. Ну и что на дороге? На дороге все весело, все интересно, все красиво. Впереди на Катю дорога-то интересная, там подъемы. Чтоб там не поприлипать на этих подъемах. Чё Чалдон вчера не поехал? Готовьтесь, через 650 метров выполнить разворот. Как, чего, время вышло? Чё не поехал? Кого и не поехал? С той стороны, наверное, подразбито, по-моему, там посыпано. Ладно, все тут заморачиваться, будем вспоминать навыки зимней езды, да. Так, ну, естественно, мы отключаем все наши прибамбасы веселые, навороченные. Сейчас первый прикол. Надо сейчас тут на льду развернуться. Ну тут вот на выезд из города я смотрю, это видно, что посыпалка прошла. Здесь тоже чистили. Через 100 метров выполните разворот.
отвалишься, чтобы не останавливаться полностью. Загорелся. Это хорошо. Теперь осталось попробовать этот разворот выполнить. Давай, давай, родная, давай, давай. Надо вытащить нас отсюда, надо. Тащила, но вытащила. Молодец. Был бы пустой, был бы пригружен похуже. Все. Уже бы здесь, на этом развороте, мы бы и остались. Проедьте 280 километров. Добро, Машаджан. Будем пробовать проезжать эти 280 километров. Может, и все нормально будет. Разобьют сейчас. Народ начнет просыпаться, поедет, может еще. Ну тут видно, что посыпано, посыпалочки бегали. То есть дорожники ночью в Тюмени здесь особо не спали. Арбайт у них был. Так, весовая, весовая. Погнали! Я думаю, все будет хорошо, правда? Ограничение скорости 10 км в час. Ну, ограничение скорости стоп. Не знаешь такого? Чудило. Просыпайся уже. Работать пора. Поехали. Смешное из всей этой затеи, вернее, не смешное, а такое прикольное. Это не столько ветер, ой, снег, сколько шквалистый боковой ветер. Все, вот, не хотел щетки трогать, они сами тронулись. С правой стороны просто боковой такой. Машина уж с 22 тоннами на бок наклоняет. Короче, развлекаемся мы тут, как можем, с утреца. Вот здесь видно, дорожники недавно прошли. Будем смотреть, что будет дальше. Так, коллега сворачивает, да? Тут как-то вот, когда едешь, ну, не столько переживаешь, что скользко, ну, переживаешь, что скользко, как бы, ну, вот. Переживаешь же не только за себя, еще и за того парня. Многие ж неадекватно оценивают то, что происходит на дороге. Если скользко, если гололед, ну, надо как-то пытаться и вождение вести как-то в другом ритме. Ну, некоторые, особенно, не в обиду будет сказано, на маленьких этого не понимают. Думаю, что тут, у меня полный привод, у меня зимняя резина какая-нибудь там шипованная, все, у меня крутой УАЗик, я могу тут творить, что хочу. По итогу получается все, иногда все очень печально. Кстати, вот как-то вот, не знаю, закономерность какая-то, вот этот участок Тюмени, Екатеринбург, если зимой, вот сколько раз тут зимой попадал, всегда попадал в такую погоду. Чтобы зимой по сухому прошел, я что-то такого не припомню.
И хорошо, что мы сегодня куда-то выгружаться, как мы тогда летом ездили там. Куда-то мы ездили. Ну, куда-то туда, на север области, там, в Чигиря какие-то. Это хорошо, что сейчас туда не надо ехать. Я представляю, какая там дорога. Если ее здесь нет. Все, будем прорываться. Вот, смотрите, как метет. Видно вам, не видно? Поземка. Да, сейчас я дальний включу. Видите, что делается? Огонь. Опасная.
могло просто сдуть такие ветром. Ну, раз грузовик стоит, то, наверное, ну, видите, он пожарник, он просто на коньках катается. А с прицепом. Легковая с прицепом. Ну, вот при тут его вообще, у него прицеп-то что у него? Парус-то большой у прицепа. Утащить можно было тут его в 3 секунды. А я вот начинаю разгоняться, и все, и меня машина шлифует. Немножко в подъемчик. И все. Вон, видите, АСР-ка срабатывает. Накатано, накатано, скользко. Ну вот я про УАЗики-то что говорил? Вот видите. Ну, чего нет, он-то тяжелый, еще к земле прижимает хорошо. Е-мое, дальний надо выключить, на дальнем иду. Извиняюсь. А этот, видите, прицепчик, там бусик небольшой, и прицепчик за ним. Что, прицепчик парус. Запросто прицеп утащило в 3 секунды. Но он не лег. Он стоял. По-моему, прицепчик только лег, а сам он стоял. Бусик на колесах. Впереди. Насчет светая погорячился еще. Еще что-то как-то совсем не светает. Мы уже в Талицкий район зашли. Что у нас тут случилось? Стоят, мигают. Покемарит легли, что ли, или что? Похоже. Ремонт
ремонты, ремонты. Расширяют, вот как метет. Как у нас метет. Огонь просто. Настоящая зима. Сейчас настоящая. Сегодня еще только 27 октября. Интересно, он уже растает или нет? Этот снег. Или он уже все, лег и будет лежать уже теперь до весны. Или тут еще тоже плюс 15 будет через пару дней. Вот теперь точно уже начинает светать. Поворот на Эрбит, пост. До Эрбита отсюда суточка. А до Кати две. Здесь немножко получше. Вот во всяком случае сейчас было. Обстановка. Как тут сейчас дальше посмотрим. Ну вот в Ирбитском районе как-то было так. Местами так даже чуть ли не сухо. Что-то раскорячился. Там, получается, наверное, и не проедешь. Ну, подняли, вытащили коллегу. Подъем, мы сейчас на спуск пойдем, у нас подъем впереди. Скользко, скользко, лед галимый. Вот это я так понимаю. Хоть уже и светает, но на дороге галимый лед. Краска. А, вот он его вправо стянуло. Вот его сейчас здесь вот вытащили немножко. На обочину поставили. Катю, идете аккуратнее. Сейчас скоро почти до полной остановки будет. Понятно. Ну вот сейчас парни сказали, что это. Впереди там на Катю получше. Там КДМки бегают, посыпают. Потому что здесь у нас просто... Дорога нет. Один лед.
до Пышмы доехали. Здесь уже все, видите, хорошо. Что гайцы сзади там в Пышму, наверное, едут. Пристроились на хвост. Не обгоняют. Очкуют. Очковали. Все, здесь уже все обработано. Нормально. Плюс расцвело. Которая нашла работу круглосуточно, шиномонтаж. Есть резко в редакторе, это ошибка шин и сваты. Ориентир поворот на одно и другое. Время уже почти 8. Ну, немножко, да. Задерживаемся. Там постояли, пока траска вытаскивали. Немножко время потерял. Ну и скорость так, сами понимаете, тут особо-то не разгонишься. Щетки вон все намерзли. Фига чистить не хотят. Вот как никогда сейчас бы хотел, чтобы светофорчик загорелся. Я бы выскочил, щетки отбил бы. Не повезло. А так просто останавливаться. Ну лень. Тормознемся где-нибудь, в любом случае, сейчас не знаю, что на какую заправку заехать. Если так будет дальше, то это все норма, а вот что там с Тюмени, когда вышли, там сами видели, что тяжковатенько. Но если сейчас там пробегутся, посыпят, я думаю, там тоже разобьют. А по такой-то что не ехать? Минус один за бортом. Один лед на щетках. Может так подлетает, нет? Нет, не отлетает. То у нас там совсем тихоходный, надо будет сейчас выходить на оперативные просторы, начинать обходить, потому что, ну, здесь-то уже можно ехать, мы едем 50. 55. Не вариант с такой скоростью идти. Пойдем. Правда, видно только, как в амбразу. Больше ничего не видать. КДМ-ка решила не идти, посыпать и чистить. Ну, раз
решила не идти, значит, возвращаемся в колею. Щетки совсем ничего не видно в них. Все стекло. Все залепило, дурдом. Выглядим красиво. Такое ветрище боковое сумасшедшее, просто с ног сдувает. Не осталось это километров 100. Что тут у нас? Все нормально. Пойдем кофейку купим. Что-то кофейку захотелось. Сейчас только зеркала надо протереть. Щетки отбить. Надо щетки покупать. Кофе-пауза закончилась. Поехали. Не посмотрел, а почем тут на Лукойле? 49.10. Две версты. И как тут накатано, да? Хорошо так. Симпатично. О, опять отпулю бросит. Елки-палки, надо бы сейчас на выгрузке как раз переоденусь. О, хоть зеркала можно смотреть. О, Каску Алексей Николаевич. Каску пока там. Толпа не подъехала. Так не газуется же, скользко. О, постояла уже и парить начала. Ничего себе. Минус 2 всего. Когда он успел остыть-то? Я 45 минут постоял. Ну, в общем, тут уже, видите, все. Огонь, можно ехать. Утро удалось. Оно было не скучным. Спать не хотелось, это точно. Я не знаю, не могу акклиматизироваться. Я по иркутскому времени живу. Столько времени там просидевший. Все, мне по Москве в 5 часов вечера уже спать надо. Зато подняться по Москве в 2 часа ночи, никаких проблем. 2 плюс 5 получается 7 утра. Ну, если все хорошо, часа полтора, сейчас пол десятого, к 11 должны быть, 11, начало 12, должны быть на месте.
Акваланг. Время 12:50. Мы уже на Якате. Здесь, видите, все красиво, все сухо. Здесь вчера снег был. Вот, через 2 километра будем скрэнчивать в наш Березовский. Ну там тоже, ой. Пока деньги не переведут, не разгружаться. А у нас вроде бы уже до загрузки готовы здесь, в Екатеринбурге. Ну пока ладно. Это оставим за кадром. О! Лазовский даже, ничего себе, там рели. Сервис, что ли? Белазов там не видно, правда? Ну вот там сюда, как раз вот где-то в эту промку и сворачивать. Мне вот, в принципе, свернем, и мне километр. Где-то здесь вот мы будем и рядышком, короче, погружаться. Березовский. Сейчас приедем, покажем, что вот смотрите, мы привезли, и потом ждем денег. Дают отмашку, и только тогда мы выгружаемся. Почекай, брат, да я проеду. Спасибо. База, то ли, ну, я имею в виду, типа, строительные материалы. Ну, я так и примерно и прикидывал, что что-то такое у нас будет место в Русске. Может, магазин какой-нибудь. Ну, ладно, посмотрим сейчас. Там пока все заявки согласовываются, подписываются, ну, может, тут, я думаю, за пару часов этот вопрос закроется. Стоять, Зурька. Поехали. Я в Березовском не был ни разу. Готовьтесь, выйдет конечный пункт через 800 метров. В Пышме был, здесь в округе. В Полевском был, в Березовском не был. Вы прибудете в конечный пункт через 300 метров. Так, Дашка, ты номер дома не нашла, поэтому тебя можно отключить. Ты будешь ехать или нет? Део Матис. Путается только под ногами. Фабрика мебели. Сюда, нам через 200 метров. Синее-оранжевое здание какое-то мне нарисовано. А, ну вот стройматериалы, да, написано. Оп, розница. Там, наверное, въезд. А, да, вот, да, синее-оранжевое здание. Вернуть направо. Летят уже сзади.
Воруем, воровайка. Все, это сейчас выгрузим. Погода портится. Тоже снег пошел.